Ötən həftə ölkəmizdə tibb tarixi üçün yadda qalan tədbirlərdən biri keçirildi. Azərbaycanda uşaq cərrahiyyəsi birinci beynəlxalq forumu baş tutdu. Bununla bağlı ölkəyə təşrif buyuran xarici alimlər öz fikrini Səhiyyə televiziyasına müsahibə verərkən bildirib. Меня зовут Яцек Сергей Павлович, я член-корреспондент Российской академии наук, руководитель института детской хирургии в ГАУНМИД «Здоровье детей». Хочется сказать, что до того, как стал я заниматься непосредственно административной деятельностью руководящей, я 12 лет руководил отделением урологии и андрологии этого учреждения. И вы знаете, с огромной благодарностью хочу сказать и поблагодарить организаторов этого конгресса, которые пригласили меня сюда. Потрясающие впечатления, связанные с тем, что такого количества наших дорогих, уважаемых коллег из государств СНГ я давно не видел. Здесь представлены все ведущие школы детской хирургии, которые существуют у нас в России на данный момент. Потрясающее пленарное заседание, шикарная организация, это хочется отметить. И также хочется сказать, что именно моя специальность, детская урология и андрология, здесь очень активно представлена. Помимо докладов, которые присутствовали на пленарном заседании, которые я озвучивал и мои уважаемые коллеги, сейчас будет сессия, где мы будем озвучивать сложные сочетанные пороки мочеполовой системы у детей, что является чрезвычайно важным и, к сожалению, все чаще и чаще встречается в нашей детской практике. Взаимодействие всех наших коллег, взаимодействие ведущих хирургов наших стран, споры, дискуссии позволят нам получить, возможно, ту истину, которая даст возможность нашим маленьким пациентам чувствовать себя хорошо и расти дальше. Соколов Юрий Юрьевич, я профессор, доктор медицинских наук и заведую кафедрой детской хирургии, которая носит имя легендарного советского детского хирурга академика Долецкого. Я работаю в Российской академии непрерывного профессионального образования. По сути дела, это бывший центральный институт усовершенствования врачей Советского Союза. Нам очень нравится данная конференция, она многополярна, обсуждаются все вопросы детской хирургии, торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, онкологии, урологии, новых технологий и так далее. Вообще такого рода встречи, они очень интересные, они обогащают всех. И тех, кто выступает, и тех, кто сидит в зале. Это очень интересно, потому что это поучительно. Вообще хирургия передается из рук в руки, из уст в уста, поэтому нам это очень нравится. Вообще я буду представлять два доклада. Один будет касаться роботической хирургии у детей. Мы первые в России начали операции на роботе «Да Винчи». Вот, сделали их немного, но были первыми. Это достаточно, на мой взгляд, интересный опыт. И второй доклад будет касаться ляпароскопической хирургии поджелудочной железы у детей. Это очень редкие операции, они очень сложные. Мы их осваиваем и тоже хотели поделиться этим опытом. Я представляю Грузию, Республику Грузию, заведующий кафедрой детской хирургии Тбилисского государственного медицинского университета профессор Буадзе Мераб. Долгие годы братство и дружба. Заведующий кафедрой Азербайджанского медицинского университета профессор Полуховым Рабисом. Он наш брат, он наш близкий друг, и контачим, и обмениваемся мнениями. И хочу выразить огромную благодарность Азербайджанскому государственному медицинскому университету и кафедре детской хирургии, еще повторюсь, профессору Полухову, за предоставленную возможность принять участие в этом замечательном, очень представительном форуме. Азербайджан и Грузия – братские страны, соседние страны. Мы живем так окон веков, так жили наши предки, так живем мы, так и будут жить наши дети, внуки, правнуки. У нас только дружба, любовь и согласие. В настоящее время здесь присутствует очень представительный конгресс. Доклады очень интересные, очень актуальные. И это, естественно, будет способствовать улучшению нашей дальнейшей работы. И Азербайджан, который взял первый международный детский хирургический конгресс, это, конечно, хвала этой стране и профессору Полухову. Я Икром Турахман Шарбатович, директор государственного учреждения Республиканского научного центра педиатрии и детской хирургии
Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, доктор медицинских наук, доцент. Наша делегация прибыли для участия в первом международном форуме «Дни детской хирургии» в Азербайджане. Наши делегации выступили с докладами. Вот за два дня, которые проходили так форум, получили очень много знаний и обменивали опытом, а также такие вопросы в области анестезиологии, неонатологии, детской хирургии, онкологии, которые посвящают для сохранения здоровья детей, были очень интересны. Были, а также в эти дни все участники подписали соглашение для дальнейшего развития этой службы во всем странах, которые участники были, которые каждые два года переходят с одной страны другому страну. Вот на будущее мы наверняка будем долго сотрудничествовать с этими участниками, со всех странами, которые сегодня участвуют. И я бы хотел, чтобы эти продолжалось, вот эти хорошие традиции продолжалось долго. Азербайджанда Uşaq Cərrahiyyəsi Günləri 1-ci Beynəlxalq Forumunda 450-dən çox yerli və xarici mütəxəssis iştirak edib. Forum 3 gün davam edib.